практически в Испании. На данный момент нахожусь не в Испании, поэтому, к сожалению, увидеться не могу, но желание есть. Также большой привет каналу «Русский в Испании». Дело в том, что я сейчас только понял, что ты и этот канал — это одно и то же. Такие дела. В будущем, если буду в Испании, обязательно я тебе напишу. И даст Бог, мы еще встретимся. Пока все, смотрите «Анзор ТВ», двигаемся в Солнечную Калифорнию.